Здравствуйте, товарищи. Тема сегодняшней лекции – интересы классов. Речь пойдет, прежде всего, об экономических интересах. Хотя такое понятие, как интересы, используют и по-разному используют разные науки. Одно значение это понятие имеет в психологии, другое значение оно имеет в экономической науке. Ну, начнем с того, что является далеким по отношению к тому, чем мы занимаемся. То есть с того значения, которое слово «интерес» имеет в психологии, а потом обратимся к тому значению, которое это слово имеет в экономической науке, и специально остановимся на категории экономического интереса и далее на экономических интересах классов. И это нас прямо подведет к вопросу о том, что такое политика, что еще не будет предметом сегодняшней лекции, а будет предметом уже последующих лекций и, соответственно, политических составляющих социально-трудовых конфликтов. Итак, что же понимается под интересами в психологии? В психологии под интересами понимается концентрированная направленность внимания человека на что-либо. Вот, скажем, если кто-то чем-то заинтересовался, рисованием, пением, чтением, что это означает? Это означает, что он на этом сконцентрировал свое внимание. Вот то, на чем я не концентрирую свое внимание, это не предмет моего интереса. А если вот я концентрирую на чем-то внимание, это предмет моего интереса. Так появляется интерес к шахматам, там, скажем, к плаванию, к живописи, к музыке и так далее, в зависимости от того, что привлекает человека, что привлекает его внимание. Поэтому и говорят о том, что есть разные сферы интересов. Это у меня одна сфера интересов, у вас другая сфера интересов, может быть, еще третья сфера интересов и так далее. То есть, что кого привлекает, чье внимание на этом сосредоточено. Ну вот давайте это, то, что я говорил о категории психологии, о психологическом понимании интересов, не будем зачеркивать, это тоже важно, это тоже нужно. Нужно знать, что интересует человека и к чему он проявил интерес, как говорят. Но когда речь заходит об экономических интересах, даже в языке совершенно по-другому строится утверждение. Тогда говорится, что не интерес к чему-нибудь, там, к живописи, к шахматам, а интерес в чем-либо. Вот когда речь идет о том, в чем человек заинтересован, не к чему он проявил интерес, а в чем он объективно заинтересован, тогда речь идет об экономических интересах. Если говорить очень коротко, что такое экономический интерес? Это выгоды. Что кому выгодно? Вот у Ленина есть такое выражение, даже такая статья есть, кому выгодно, и по-латински «cui prodest». Кому выгодно? Где он пишет в этой статье, что за всеми, что люди будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они за всякими заявлениями, программами, разговорами не будут различать интересы известных классов, не будут ставить вопрос, кому выгодно. То есть речь идет о том, что выгодно тому или иному субъекту производственной экономической жизни, что выгодно субъекту производственных отношений в силу его места в системе производственных отношений. Всем понятно, что капиталист, если его место в системе производственных отношений связано с извлечением прибавочной стоимости, если он эксплуатирует рабочих, то ему выгодно эту эксплуатацию осуществлять систематически и увеличивать прибавочную стоимость. Что выгодно рабочему, если мы возьмем его экономическое положение? Если он наемный рабочий, то он хочет продать свою рабочую силу как товар как можно большей ценой. А что такое цена рабочей силы? Это заработная плата. Поэтому повышение заработной платы, можно сказать, это интерес рабочего. Это его выгода. Что ему выгодно? Ему выгодно продать свою рабочую силу подороже. А еще что выгодно рабочему классу? Значит, если мы будем ставить вопрос коренным образом, что рабочему классу выгодно освободиться от системы эксплуатации, взять в свои руки власть сначала политическую, затем экономическую, установить другой общественно-экономический, коммунистический общественно-экономический строй, то рабочему классу выгодно вообще уничтожить систему продажи рабочей силы,
Потому что в условиях коммунистического способа производства, даже уже на его первой фазе, речь идет не об обмене, не продаже рабочей силы работника предпринимателю, капиталисту, там, тому, кто является организатором производства, а речь идет о том, чтобы соединить усилия отдельных участников процесса производства в единый процесс. И этому соответствует понятие кооперации. Кооперация, писал Маркс, это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. Планомерно. Вот когда речь идет о планомерном соединении усилий, тогда речь идет вот о кооперации. Что отдельный скрипач сам управляет собой, а оркестр нуждается в управлении. И управление выполняет такие функции, которые сводятся к согласованию индивидуальных работ, и такие функции, которые вытекают из движения всего производственного организма в целом. Следовательно, что такое экономические интересы и как дать, так сказать, четкое, однозначное определение этому понятию? Экономические интересы. И это такая характеристика. Положение людей в системе производственных отношений, которое показывает, что этим людям в силу их положения выгодно или невыгодно, и в какой мере, в какой степени. А что значит выгодно или невыгодно? Что улучшает или ухудшает их положение, и в какой степени? Можно сказать, что это определение применимое не просто к отдельным там людям, но и к целым субъектам большим, к классам, к социальным группам. Что выгодно классу? Классу выгодно то, что улучшает положение этого класса или всех тех людей, которые принадлежат к этому классу. Дело в том, что само вот это определение класса, оно тоже связано с определением, с делением по экономическому положению. Если мы хотим получить самое короткое определение класса, то деление на классы – это деление по положению в производстве. Все. Если мы хотим получить более развернутое определение класса, мы должны обратиться к тому, чем характеризуется вообще экономическое положение. А экономическое положение характеризуется несколькими признаками. И вот эти признаки названы Лениным в его работе «Великий почин», где он, Ленин, пишет, что классы – это большие группы людей. Большие имеются в виду сравнимые с размерами общества, половина, треть, там, четвертая часть. Большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства. Это первый признак. А место в исторически определенной системе общественного производства – это может быть место или в сельскохозяйственном производстве, или в промышленном, или в сельском, или в городском производстве. Второе. По роли в общественной организации труда. Одни люди подчиняются, исполняют, как, скажем, рабочие, крестьяне, а другие управляют, как это делают, скажем, капиталисты, это делали помещики в свое время, их нанятые управляющие, менеджеры, как это сейчас говорят. Заходите, пожалуйста. Здравствуйте. Третий признак. Придется вам посмотреть сначала. Хорошо. Третий признак – это признак отношения к средствам производства. Что значит отношение к средствам производства? У одних есть средства производства, у других нет. Или у одних какие-нибудь мелкие средства производства, скажем, лопата или там мотыга, а у других имеется трактор или десяток тракторов, или мельница и так далее, комбайны. Отношение к средствам производства большей частью закрепленные в законах и оформленные в законах. Дальше. Размер и способ получения той доли общественного богатства, которые эти социальные группы располагают. Итого получаем мы 5 признаков. Значит, еще раз повторяю. Классы – это большие группы людей, отличающиеся по месту в исторически определенной системе общественного производства, по роли в общественной организации труда, по отношению к средствам производства, по размерам и способам распределение того богатства или способом получения того богатства, которым они располагают. Вот получается 5
признаков. И вот эти пять признаков не являются отдельными определениями класса, а они как бы раскрывают вот это определение класса, которое в свернутом виде звучит так. Классы – это большие группы людей, отличающиеся по положению в производстве. А что такое положение в производстве? Вот это развернуто через такие признаки. Ясно, что, скажем, задача уничтожения классов сводится к тому, чтобы преодолеть различия между людьми по всем этим признакам. Во-первых, по тому, что, как отличаются эти люди по месту в исторической определенной системе общественного производства. Сегодня мы знаем, что одни люди живут в городе, другие в деревне, и это очень сильно отражается на всей их жизни, на возможностях доступа к культурным ценностям, на уровне организации производства, на уровне оплаты, на уровне образования. И мы знаем, что, конечно, образование городское и сельское очень сильно различается объективно. Если мы хотим преодолеть классы, то надо преодолеть различия по роли в общественной организации труда. В чем роль? Одни организуют, организаторы, управленцы, другие только исполняют. Вот в свое время во второй программе партии большевиков, то есть в программе РКПБ, принятой на 8-м съезде, стоял такой пункт. В дальнейшем при общем увеличении производительности труда сокращение рабочего времени ежедневного до 6 часов с обязательством 2 часа ежедневно уделять обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению технике государственного управления. То есть как бы предполагалось, что те люди, которые являются на своем рабочем месте исполнителями, они за пределами вот этого рабочего времени еще 2 часа в день выступали бы как управленцы. И эта идея идет из той работы, которая написана была Лениным до Октябрьской революции, называлась «Государственная революция», где стоял вопрос о борьбе с бюрократизмом. Как бюрократизм преодолеть? Бюрократизм связан с тем, что одни имеют особое положение, только управляют, а другие только подчиняются. И раз они имеют разные положения, одни получают материальные блага от непосредственного участия в производстве, а другие от того, как они организуют это производство. И если мы хотим преодолеть вот это разделение на людей физического или умственного труда, или одни, скажем, только занимаются умственным трудом, а другие только физическим, нужно, чтобы те люди, которые занимаются физическим трудом, занимались бы и умственным трудом в свободное время, и делами управления, а управленцы, как говорил Энгельс, не перекладывали бы на других свою долю производительного труда. То есть вот такая стояла задача. И если бы эту задачу решали, если бы она решалась, то я думаю, что судьба Советского Союза была бы иной. Хотя дорога, которая к этому ведет, она на самом деле непростая. Можно было идти по такой линии, что с ростом производительности труда все время меньше и меньше становится производительных работников, все больше управленцев, все больше людей, которые сидят за столами. А можно идти по дороге, когда рабочих и крестьян остается все то же количество, но они все меньше заняты материально производительным трудом и все больше участвуют в управлении, тогда все меньше бюрократизма, все меньше карьеризма, все меньше разложения, все меньше коррупции. И тогда это дорога к уничтожению классов и, соответственно, к отмиранию государства. А пока государство есть, есть и бюрократизм. Так вот, рецепт борьбы с бюрократизмом Ленин сформулировал очень четко в «Государстве и революции». Он звучит так, что надо, чтобы каждый на время становился бюрократом, чтобы никто не мог стать бюрократом. То есть, если я могу вас в любое время заменить, то значит, вы не монополист в деле управления. Или наоборот, вы меня можете заменить в любое время, встать сюда и также прочитать лекцию, скажем, в другом ключе, совсем другую, что, в общем-то, мы, я думаю, что и попробуем сделать. То есть у нас возможность выступать здесь и, так сказать, свои вещи рассказывать по этому курсу, мы к этому прибегнем. И это позволяет, это вот разделение на тех, кто только, как говорится, учит, и тех, кто только слушает, преодолевать. Хотя та же сама организация учебы это предполагает, потому что на лекциях говорит преподаватель, а на экзамене преподаватель превращается в слушателя и говорит слушатель, а преподаватель
потребляет знания, так сказать, он воспринимает их. Так что это вот интересная, большая, крупная проблема. Так вот, если говорить применительно к классам об экономических интересах, то вот экономический интерес класса – это такая характеристика его положения, которая показывает, что этому классу выгодно. А что выгодно классу, это зависит не от того, что думают те или иные члены класса. Правда? Мало ли что кто думает. А дело в том, что выгодно, что улучшает положение этого класса. Например, если мы зададимся вопросом таким, что выгодно рабочему классу. Но если рабочий класс в условиях капитализма продает свою рабочую силу, правильно? Маркс сначала думал, что он продает труд. И тогда получалась такая проблема, что вроде если он труд продал, все продается по эквивалентам, то и все тогда, там нет никакой эксплуатации, все он продал, все получили. Но, так сказать, действительное открытие состоит в том, что рабочий продает не труд, а способность к труду. Вот я купил вашу способность к труду на 8 часов, и дальше 8 часов я ее использую, я определяю, что вам делать. Тот, кто купил, тот и определяет, что вам делать. А вы как уйдете с работы, будете делать то, что хотите. А вот пока вы, так сказать, в пределах того времени, на какое я купил вашу рабочую силу, будьте добры выполнять это. Поэтому, скажем, если мы посмотрим коллективные договора, они все состоят уже из обязанностей работодателя. Потому что, что касается обязанностей работника, они бесконечны. Все, что куда пошлют, то и будешь делать. Ну, в пределах своей, конечно, должности, в пределах своей квалификации. А и то, так сказать, на месяц можно перевести в другое место с оплатой посреднего. Правда? То есть в этом смысле управленцы, работодатели имеют безграничные права по использованию рабочей силы работников. Что улучшает положение рабочего класса в условиях капитализма? Ну, в условиях капитализма положение рабочего класса улучшается, если улучшаются условия труда. Правильно? Вот улучшаются условия труда, значит, улучшается положение. То есть, когда он при тех же часах времени рабочего, он работает в более благоприятных для своего развития условиях. Скажем, улучшаются условия труда с точки зрения уменьшения интенсивности труда. Интенсивность труда – это не производительность. Если я в два раза быстрее бегаю или в два раза быстрее дергаю рукой или ногой, это не значит, повысилась производительность, повысилась интенсивность труда. А с интенсивностью труда затраты труда в единице продукции не только не сокращаются, а еще и увеличиваются. То есть, если график рисовать, то что чем выше интенсивность, тем больше затрачивается рабочей силы работника на единицу продукции. А если речь идет о действительной производительности, производительность растет при меньших затратах, потому что чем лучше условия, тем меньше затраты труда работника. Безусловно. И они распределяются на большее количество продуктов. В каждом продукте тогда затрачивается меньше, содержится меньше труда. Трудоемкость сокращается. Трудоемкость сокращается, значит, производительность труда растет. И вот трудоемкость является самым точным показателем производительности. Значит, во-первых, рабочий заинтересован в улучшении условий труда. Во-вторых, рабочий заинтересован в повышении цены своей рабочей силы. Кто продает рабочую силу? Рабочий или капиталист? Продавцом рабочей силы является рабочий. Раз он является продавцом, ну так и это его забота о том, чтобы повысилась производительность труда. А если я покупаю рабочую силу, если я являюсь капиталистом, я заинтересован в повышении цены того товара, которую я покупаю, или не заинтересован я в повышении цены того товара, на который я покупаю. Вы знаете таких покупателей, которые заинтересованы в повышении цены товара на то, что они покупают? Не знаете. Нет таких. Это только... Какие-нибудь меценаты почему-то? Ну, только если да. То есть я у вас куплю, чтобы у вас были деньги для того, да, прокормления, да? То есть такая форма. Давайте, ладно, уж вам есть, нечего, я у вас куплю. Что у вас там? Давайте, снимайте свитер, я вам за него заплачу 15 тысяч рублей. И, так сказать, вы пойдете и покушаете хоть один раз хорошо. Вспомните добрым словом. Скажете, вот есть же такие люди, которые, так сказать, пришли и что-то сделали. Поэтому речь идет о том, что само положение продавца или покупателя, оно уже определяет, что является для этого экономического типа выгодным, что невыгодным. То есть, когда мы выясняем, что выгодно, что невыгодно, это мы характеризуем само это положение. Положение рабочего диктует ему выгодность борьбы за повышение
его заработной платы, поскольку заработная плата, строго говоря, это цена рабочей силы. А на вопрос о том, когда нам повысят зарплату, какой ответ должен дать капиталист? Вот если я покупаю вашу рабочую силу, вы меня спрашиваете, когда я вам повышу зарплату? Какой ответ? Когда больше будете работать или никогда? Никогда. Ну, больше будете работать, понятно, это не больше будете работать, больше получать, это понятно. Это при той же самой цене. Просто если вы будете работать не 8 часов, а 12. Вот советует же Прохоров, чтобы по 12 часов работали, вот, пожалуйста, работайте, пока не умрете. А вы умрете, это не страшно, потому что я же вас купил не навечно, а я вас на 8 часов. Придут другие из Азербайджана, из Таджикистана. У нас там много республик, и вас заменят. Не расстраивайтесь. В этом смысл, так сказать, резервной армии труда. Поэтому как раз если вот вы бы были моим крепостным, то вы понимаете, вот у меня было 200 крепостных, а потом 100 человек умерло из-за того, что я их, так сказать, заставлял не 3 дня в неделю работать на барщине, а 5 дней. А они, значит, пытались там свой клочок обрабатывать 2 дня в неделю, а ничего не получилось, и они не смогли прожить до весны. Поэтому и в период феодализма помещик был заинтересован в том, чтобы его крепостные не умерли. Настолько заинтересован, что если у него мало было крепостных, он их выдумывал. В чем смысл мертвых душ? Что я себе припишу еще там какое-то количество, я тогда важный человек. Потому что богатство феодального мира определялось тем, сколько у меня крепостных, если я помещик. А если я капиталист, мне не важно, сколько у меня работников, мне важно, сколько у меня денег. То есть какова величина капитала? А величина капитала зависит от того, как я эксплуатирую рабочих. Чем дешевле мне это достается, и чем больше занято рабочих, тем больше их получаю я в итоге прибавочной стоимости, и тем быстрее идет самовозрастание капитала. Потому что капитал так и определяется, самовозрастающая стоимость. Это вам кажется, что вы, так сказать, увеличиваете мой капитал, а вот мне, как вот представителю капитала, кажется, что капитал сам возрастает. Мне важно только вас подкупить и сказать, что вам делать. И вот вы бы ведь меня ведь не сделали это, вы же не знаете, что делать. Я вам объясняю, что делать, и указываю строго, не нарушать, а только так делать и так далее. Вы работаете, и в итоге мы получаем рост капитала и его самовозрастание. Хотя, вот сейчас мы наблюдаем в России интересный такой период, когда пришли люди, которые не являются хорошими организаторами производства. Они там то ли из бывших каких-то детей, да, чьих-то детей, или там из номенклатуры кто-то пришел. Это не из инженеров, не из организаторов производства, как Форд, допустим. Форд – это крупный организатор производства, инженер, который решил внедрять научно-технический прогресс. И он, так сказать, много сделал для улучшения организации производства вообще. То есть внес свой вклад в развитие производства как такового, человеческого, в рост производительности труда. А эти, если у них закрывается предприятие, так это не самовозрастающая стоимость, а самоубывающая. То есть это вообще не капитал. Потому что капитал – это самовозрастающая стоимость. То есть вот пришел человек, вот они, люди, которые значит, купили, приватизировали завод имени Свердлова. Он на экспорт продавал станки. Нету завода Свердлова, все. Вот, значит, у другого моста, на Выборгской стороне, и был такой завод «Ильич», тоже делал станки. Тоже на экспорт. Нету завода. Гренадерского моста. Нету такого завода. Все. Ну какой же это капитал? А зато, я тут недавно проходил, смотрю, так красиво сверху написано, здание написано золотом. Ильич. Думаю, надо же, неужели возродили? Нет, это бизнес-центр. То есть пишут бумаги. Ильич, бизнес-центр. Ильич вернулся. Ну, мы наблюдаем это и в других местах. Ну, разве можно сравнить нынешний кировский завод, который состоит из мелких живопырок, так сказать, связанных, так сказать, неким холдингом, то есть, так сказать, тем, что они держат, так сказать, как бы пакет акций и контролируют некоторые, которые делают разные всякие заказы, выполняют, ну, в общем, несравнимых масштабов. Если раньше там был конвейер, который делал трактора, они там сходили каждые несколько минут, то сейчас, ну, 1000 в год, если сделают тракторов кировец, это хорошо. И то по заказу Казахстана. Значит, понятно, что капиталист заинтересован в том, чтобы эту эксплуатацию сохранять и увеличивать свою прибавочную стоимость, соответственно, капитал
Рабочий заинтересован в том, чтобы повышать цену своей рабочей силы, а если брать его долговременный интерес, в том, чтобы саму эту продажу рабочей силы устранить. Устранить каким образом? Ну вот, скажем, мне приходилось участвовать в переговорах, буквально вот, разговаривать с работодателями в порту в нашем. Вот мы же, говорит, у нас вот мы средства производства закупаем, мы же все и определяем. Я говорю, ну хорошо, вот вы закупаете средства производства. Ну давайте у вас возьмут рабочие в лизинг эти средства производства. Сколько стоит у вас эксплуатировать эти средства в один день? Давайте в лизинг. А эту прибавочную стоимость тогда возьмут рабочие себе. Вы-то какое отношение к прибавочной стоимости имеете? Это во-первых. Во-вторых, а что начали закупать? А кто создал эти самые средства производства? Тоже рабочие создали, но другие. Поэтому, и это мне, хоть вот такую вещь рассказал нынешний зам генерального директора Светлана машиностроения Казан Георгий Леонидович. Говорит, мы тоже так рассуждаем. Ну давайте, так сказать, вы говорите, что это наши средства производства. Ну давайте мы у вас их возьмем в аренду. Заплатим вам за аренду, а прибавочная стоимость наша. Вы-то какое отношение к прибавочной стоимости имеете? То есть тут как бы получилось, что вроде по законам рынка, по законам товарного производства, я вашу купил рабочую силу как товар, и дальше вас не касается, как я его использую. Но смысл этого товара в том, что он производит больше стоимость, чем пошло на его приобретение, на его воспроизводство. То есть стоимость рабочей силы меньше, чем рабочая сила это может создать. И эту разницу преспокойно кладет себе в карман капиталист. Если рабочий организовывает свое производство, как было, скажем, в Советском Союзе, это значит, что система найма устраняется, и получается, как и называется это экономическое отношение? Это будет соединение усилий или кооперация. Кооперация в переводе с этого иностранного русского на русский означает соединение действий, правильно? Кооперация. Ну, рабочий тоже в советское время зарплату получает. А? Ну, в советское время рабочий тоже получает зарплату? Нет, нет, он не получает зарплаты. Это другая категория. Зарплата – это категория капитализма. То, что он называет ее зарплатой по-прежнему, против этого не должен выступать. Хорошо. Если я скажу, слава Богу, вы будете доказывать, что я верующий? Ну, слава Богу, что вы пришли. Вы будете доказывать, что я верю в Бога? Или вы будете меня за это осуждать? Не будете осуждать. Значит, вопрос в другом стоит. Что смысл того, вот это смысл и Маркс выяснял, и Энгельс, смысл этой зарплаты в условиях социализма, что это рабочие квитанции. Что значит, вы получили вот эти деньги? Это разве товар? У нас вы идете в магазин, это там разве товары производятся? Товар – это продукт, произведенный для обмена. А для кого производится этот продукт? Для удовлетворения потребностей всех членов общества. Поэтому он не товар. А раз он не товар, это ваша доля вот в этих всех продуктах, которые предназначены для потребления. Как узнать свою долю? Возьмите свою зарплату, разделите на общую сумму зарплаты. Получите размер своей доли. Одна там 100-тысячная, к примеру. Или две 90-тысячных и так далее. То есть, ну, чтобы не было этих дробей, умножьте на знаменатель, и вот вы получите такая же форма, как при капитализме, вроде бы это зарплата, но это рабочие квитанции. Скажем, из современных ученых, вот Косолапова, «Социализм. Вопросы и теории». Есть такая книга, Ричард Иванович Косолапов, бывший главный редактор коммуниста, профессор Московского государственного университета нынешний, и, кстати, издатель сейчас вот томов Сталина новых после 13-го было, 13 томов было издано. Потом был большой перерыв, вплоть до последнего времени. И сейчас вот вышли 14, 15, 16, 17 и 18 тома. Вот их издателем является Ричард Иванович Косолапов. Вот у него такая прекрасная есть работа, где он это вот все объясняет и рассказывает, что это уже, конечно, не заработная плата в точном политико-экономическом смысле слова. Точно так же, как если говорят «товарный поезд», то я вас не буду призывать не употреблять эти слова. Хотя точно говоря, это грузовой поезд. Но если он не везет товары, то он не товарный. Потому что, а какие продукты в условиях социализма? Они называются непосредственно общественными продуктами. В свое время Бухарин написал такую книгу «Экономика переходного периода». И есть замечание Ленина на эту книгу Бухарина. Этих замечаний нет в полном собрании сочинений Ленина. Поэтому, если вы вот прочитали, что это полное собрание, это первое свидетельство, что это не полное. Потому что есть другое собрание, есть так называемые ленинские сборники.
Ленинские сборники формируются по мере нахождения документа. Вот находит и нумерует их, систематизирует в пределах этого сборника. И вот в 11-м ленинском сборнике и в 40-м ленинском сборнике приводится это замечание Ленина на экономику переходного периода Бухарина. Там Бухарин пишет, что при капитализме создается товар, а при социализме продукт. Ленин пишет, не точно. Надо написать продукт, идущий в потребление не через рынок. Вот как. Так вот, не случайно это уже при Хрущеве не появилось в полном собрании сочинений, хотя оно именно тогда появилось, это полное собрание сочинений, синее последнее издание, пятое. И не случайно друг и приятель Хрущева, Либерман Харьковский, является как бы отцом и вдохновителем этой экономической реформы, которая сделала поворот в сторону товарного хозяйства, товарного производства. Хотя до этого, если мы возьмем экономику, которая сложилась у нас в середине 30-х годов, как социалистическая экономика, у нее какая ориентация была, какой был показатель? Я думаю, что вы не скажете. Поэтому почти никто не знает. Какой был главный показатель, вот, который характеризовал цель производственного предприятия? Какой главный показатель деятельности предприятия вот до периода, до 65-го года? Снижение не знаю. Себестоимости. Снижение себестоимости. А если снижение себестоимости, значит, вы можете снизить себестоимость за счет чего? Рост производительности труда, внедрение научно-технических достижений, повышение дисциплины, большая умелость, то есть повышение квалификации. Ну, а если качество ухудшать? А? Качество нужно ухудшать товаром, будет дешевле сделать. Будет нет, дешевле, если качество товара ухудшать, это другой товар. А мы говорим об одном и том же товаре. Окей. Вот строго говоря, так что это не получится. Так вот, я хочу вам доложить тоже малоизвестную вещь. Вот есть в плановом хозяйстве, в журнале «Плановое хозяйство» была такая статья Крылова. «Военная экономика СССР» или «Экономика СССР в период Великой Отечественной войны». Он там приводит такие данные, что с 1942 по 1944 год, в войну, когда действовала вот эта система, а система действовала какая? Ориентация на снижение себестоимости. И до 1942 года происходило расширение производства военного, естественно. После 1942 уже не происходило вот такого экстенсивного просто развития, потому что уже все одни работники были задействованы в производстве, другие были задействованы на фронте. Все. И шло только интенсивное развитие, то есть повышение производительности труда. Так вот, с 1942 по 1944 год производительность труда повысилась 2 раза. В производстве танков, пушек, самолетов. 2 раза. А, соответственно, себестоимость снизилась тоже в 2 раза. Значит, тогда такое было требование. Было, на себестоимость устанавливалась нормативная прибыль 3%. То есть цена формировалась так. Себестоимость плюс 3%. Ну, если себестоимость снижается, то, значит, автоматом цены шли вниз. И цены на танки, пушки, самолеты, на стрелковое вооружение тоже сократились вдвое с 1942 по 1944 год. И доля военных расходов в бюджете СССР с 1942 по 1944 год сократилась. То есть это вот сейчас это выглядит как некая сказка. Потому что как-то война идет, и в это время доля военных расходов сокращается. Да потому что вооружений надо больше, а не затрат больше на вооружение. А сейчас же наоборот. Значит, затраты выделяются, а роста так, соответствующего нету. Почему? Сейчас вся ориентация противоположная. Какая ориентация? С 1965 года ориентация на объем реализации, прибыль, рентабельность. Вот 3 показателя, которые в корне противоположным образом переориентировали экономику. Поэтому, когда говорят, вот там появилось в 90-х годах, в 91-м, нет, это давно уже появилось. Если в политике изменился курс, начиная с 20-22 съезда, скажем, где выброшено было из программы тезиса цели производства при социализме, я думаю, вы тоже не вспомните, вот если я вас спрашиваю. Нет, какая цель была до 22 съезда, как она была сформулирована, цель производства при социализме. Не сможете сказать? Нет, я не знаю, могу предположить. Но... Ну, предположите. Достижение такого уровня производства, да, ну, построение коммунизма, чтобы в конечном итоге прийти к коммунизму, нет?
Ну, вот что-то такое вот близкое к тому, что было. Значит, так было записано, эта формулировка довольно уже так устоявшаяся. Она появилась еще при разработке первой программы РДРП, полемики Ленина с Плехановым. У Плеханова было записано, что производство при социализме будет для удовлетворения нужд общества. Ну, вроде так, неплохо написано. Тем более Плеханов был отец русского марксизма, так сказать, уважаемый человек, деятель. Ленин пишет, не точно, это и капиталисты такую еще организацию производства могут дать. Что, при капитализме не удовлетворяется нужда общества? Удовлетворяется. Надо, говорит, записать обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. И всех членов общества пишет курсив. То есть, если идет развитие производства, и, как говорится, кто-то развивается, допустим, вы, а я не развиваюсь, то это не означает, что осуществляется цель социалистического производства. Или я уже захожу, как говорят, как вы сказали, в коммунизм. Некоторые уже зашли в коммунизм, как Аврамович. И будем заходить в коммунизм по очереди и в разное время. То есть это не то, что называется социалистической реализацией цели социалистического производства. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. После полемики в этой комиссии Плеханов с этим согласился. Это вошло в программу. Второй раз обратились к программе в 1919 году на 8-м съезде, и полностью эта формулировка вошла снова и во вторую программу. Потому, а как ее менять? Что, от того, что взяли власть, от того, что цель социалистического производства поменять? Нет. То есть никто не менял программу только потому, что вы двигаетесь в этом направлении. Но вы двигаетесь в этом направлении. И вроде бы тогда, казалось, надо было бы сделать шаги в этом направлении дальше. Появилась формулировка, возвращающая нас к Плехановской. То есть после 22-го съезда на съезде Хрущев в своем докладе о программе сказал, что у нас будет вот цель удовлетворения растущих потребностей, материальных и духовных потребностей советских людей. У вас есть потребность книжки читать? Читайте книги. У вас есть потребность водку пить? Пейте водку. Растет потребность, удовлетворяем растущие. И растет, и удовлетворяем. Появилась потребность наркотики потреблять. Все более полное удовлетворение растущих. Удовлетворяется? Больше удовлетворяется сейчас, если статистику взять? Больше. У нас увеличивается потребление наркотиков. Вы любите театр? Ну и ходите в театр. Я не люблю театр, ну и так я и не буду его любить. То есть вместо того, чтобы подойти к этому не с позиции, так сказать, субъективного идеализма, что, дескать, кто-то вот там в зависимости от его воспитания, кто-то хочет просто около корыта находиться, а кто-то хочет развиваться, там, слушать музыку, ходить в оперу, там, заниматься спортом, а этот, значит, все время, значит, что-то наестся, напиться и, так сказать. Культура. Да. Так вот, конечно, эта формулировка гениальная была. Эту формулировку гениальную выкинули. Причем да, всех членов общества. Обеспечение полного благосостояния. То есть сначала вам условия для развития было, полное благосостояние. Но вы в этих условиях можете и не развиваться. Поэтому самой целью стояло еще и ваше развитие. Обязательно. Не только что для условий. Если вот вам стол, вот вам преподаватель, а дальше нас ничего не волнует. Нет, волнует. То есть надо, чтобы вы действительно это освоили, развивались и так далее. Вот. И это стояло в программе. И вот, скажем, Сталин сколько был генеральным секретарем? Очень долго. Его в 22-м году на 11-м съезде избрали генеральным, ему в голову не приходило менять программу, потому что еще не выполнили этот пункт. Не выполнили пункт. Вот если бы выполнили пункт, то да, переходим, там, пишем новое. А Хрущев сделал что? Значит, раз у нас это не больно получается, давайте тогда выкинем это из программы и напишем другое. Ну, заодно и другую власть написали, поскольку главным в марксизме является учение о диктатуре пролетариата. Выкинем это из программы. И заодно, что закончилась классовая борьба. Общенародная? Классовая борьба закончилась. Значит, придумали это общенародное государство, про которое еще Энгельс в свое время писал, что это вот жареный лед. Кстати, лед жарить очень хорошо. Не надо ни подсолнечного масла, ни сливочного, ни подгорает. Не пробовали жарить, нет? Нет. Возьмите, достаньте из холодильника и сегодня придете и пожарьте. Вот. А потом можете чаек попить. То есть, либо оно государство, тогда оно не народное, потому что государство – это классовое орудие для обеспечения господства экономически наиболее могущественного класса. Да? Либо это
уже народное государство. То есть нет уже классов. Но если нет классов, то и государства нет. Оно отмирает. Все. То есть пока оно есть, оно классовое. Когда оно уже народное, оно уже не государство. То есть, конечно, какая-то система управления останется при полном коммунизме, правда? Управление-то не исчезает, просто оно не будет государственным. Вот и все. А политика останется при полном коммунизме? Тоже нет. Потому что политика – это область, связанная с государством, правильно? И с классами. Нет классов, нет государства, нет политики. Все. Нет политических партий. Ну, а группы людей могут соединяться и отставить какие-то там взгляды. Да на здоровье. Но это не будет политическое... Я слабо себе действительно представляю полный коммунизм. А что тут представлять? У нас что, мало сейчас общественных объединений? Вот я вам могу сказать, я вот президент общественного объединения, который называется Фонд Рабочей Академии. Вот мы содействуем обучению, полное название Фонд Рабочей Академии, в скобках Фонд Содействия Обучению Рабочих. Вот у нас есть регистрация Министерства юстиции Российской Федерации. 20 лет будет в декабре, как зарегистрировал нас Министерство юстиции. И мы все это время содействуем обучению. И вот эти лекции вывешиваются на сайте, на странице в YouTube. Вы можете зайти туда, набрать фонд РАП Академии, YouTube, фонд РАП Академии латинскими, и посмотреть то, что вы пропустили в начале, а также, так сказать, предыдущие лекции. И мы такую методическую работу делаем. В порядке, содействие обучению. И это, так сказать, никому не мешает, а только помогает. Потому что, как известно, в обучении повторение мать учения. На этом остановиться. Если, скажем, когда вы читаете книгу, хочется перелистнуть, вернуться назад, особенно при подготовке к экзамену. У нас экзамен предстоит. Здесь вы, пожалуйста, тоже. Это не телевизор, когда вы посмотрели, и все. А не успел, был на работе, все пропало. А тут вы, так сказать, включил с той же точки и послушал еще раз. Определение включил, запомнил и так далее. Оно не носит политического характера, это объединение. Это не значит, что люди, которые там в нем участвуют, сами не имеют каких-то там политических пристрастий или интересов. Но само по себе, по форме организации, оно предполагает вот осуществление таких задач, которые, ну, само по себе, образовательная задача, не является политической. Скажем, вот то, что я вам рассказываю, это должны знать, так сказать, представители этого класса и противоположного. Скажем, «Капитал» Маркса читает, что только рабочие, что ли? Да рабочие меньше читают, чем капиталисты. Потому что если речь идет об эксплуатации, почему вы думаете, что эксплуататору вредно прочитать, как устроена экономика капитализма? И поэтому, значит, нынешняя буржуазия российская, она издала очень красивый «Капитал» по цене один том 1500 рублей. В буквоеде можете купить. Еще всякие те люди, которые издавали, своих статей туда вписали, хотя это никакого отношения к Марксу и «Капиталу», но к добыванию денег с помощью издания «Капитала» имеет. Поэтому люди, так сказать, свои задачи какие-то решают. Хотя я знаю, что можно пойти, скажем, на Очаковскую, дом 7, там существует такое общественное объединение, как РКРП, и вот в этом общественном объединении можно за 1000 рублей купить 10 томов Маркса и Энгельса, 10 книг за 1000 рублей, в которых входит 3 тома «Капитала». Вот, так сказать, вот разный подход даже и к ценообразованию. Кто для чего. А это, так сказать, своя форма бизнеса. Или, скажем, в университетском магазине продавали работу Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Вот у меня, я тут ходил к глазному врачу, и я обратил внимание, что что его отчество Энгельсович. Но я для интереса ему подарил. Он очень удивился. А он, конечно, как врач, ничего не читал, не знал. Я говорю, ну, и потом вот так почитал, говорит, так интересно, я такого никогда не представил. Потому что интересная и оригинальная книга. Скажем, Ленина в той же обойме «Азбука классика», как небольшая книжечка с портретом в мягкой обложке, продается сейчас, ну, она вот тоже разошлась очень быстро, 100 рублей штучка, а «Национальный город Великороссов». Сталин, пожалуйста, пойдите в дом книги, на прошлой неделе я заходил. Там не старый вариант вот 13 томов Сталина, а новый вариант, то есть они просто перепечатали, буквально. Буквальная копия издается в мягкой обложке, и они еще в розницу продаются. То есть можно купить любой том отдельно. А можно заказать там и купить целиком. Но это, конечно, дороже, чем было тогда. То есть это, так сказать, предмет, это стал товар, который, так сказать, нужен. Хотите почитать, хотите вы, значит, с чем-то не согласны у Сталина, хотите его основательно раскритиковать, покупайте, критикуйте.
хотите, так сказать, вы на чем-то остановиться и там взять на вооружение, тоже покупайте и берите. То есть вообще, когда речь идет об образовании, то, скажем, такие политические моменты в какой-то мере угасают. В том смысле, что, ну вот пришли, я же не спрашиваю, какая у вас политическая линия или позиция, правильно? Или там вы пришли для того, чтобы послушать, что я знаю. Если мне нечего сказать, то вам от этой политической линии или позиции ни жарко, ни холодно. Если у меня есть какие-то знания, я вам их передал. Потом мы с вами закончили курс, вы пошли своей дорогой, я пошел своей дорогой. То есть, когда речь идет об образовании, то надо понимать, что от получения знаний никто никогда не проигрывает. Мне иногда говорят, я такие газеты не читаю. Я говорю, странный человек, а я начитаю все газеты. Ну, все газеты всех направлений, потому что я хочу знать. Вот, например, самые интересные данные по экономике я беру в газете «Коммерсант». Не в Советской России, там я таких данных не добуду. А так я знаю, что, например, у членов правления Сбербанка в 1907 году была зарплата плюс бонусы ежемесячно 3 миллиона 700 тысяч рублей. Ну, где такие данные еще найду? Никто это мне их не даст. Статистика их не дает. А в 2008 году там вот кризис начался, там плохо стало, пришлось троих еще добавить, везде сокращали, а в правление Сбербанка добавили, троих добавили еще и стало на 300 тысяч рублей меньше у каждого. Не 3 миллиона 700, а 3 миллиона 400 тысяч. Представьте горе какое у людей. Вы проникнетесь, что у вас на 300 тысяч стало меньше в месяц. Представляете как? Вы даже не можете себе представить, какие страдания у людей. У вас, наверное, нет ни корабля, ни радиостанции, нет? Ну что, у вас нет кораблей? Так бы мы сейчас пошли на корабль, и заодно бы сидели и ехали, и я бы ему лекцию сейчас... Да? Что за народ пошел бы? Тем более весной, если бы были. Красота вот тут. Ну что-то приходит, все, ни корабля, ни яхты, ни подводной лодки, ничего нет. Хотя вот одну подводную лодку купил и поставил, и музей сделал частный. Знаете, да? Который на набережной? У лейтенанта Шмидта, да. Частный. Ну, я тоже не был, но у меня знакомые были, говорит, хорошие. Я не думал, что он сейчас, я думал, государственный. Нет, какой государственный? Не, не государственный. Ну, не знаю, надо уточнить. Мне говорили, что это... Не, я не... Кто-то, так сказать, кто-то организовал, да. Какие музеи, они даже государственные все-таки должны. Да. Государственный у нас «Аврора». Его повезли на ремонт. Это «Аврора», да. И то ее пытались куда-то спагрить. Ну, вот вроде решили... Я читал интересное мнение, что «Аврору» ремонтировали 3 раза. Один раз перед 17-м годом, а второй раз перед 91-м, соответственно. Да нет, ее недавно еще ремонтировали. Было не так давно, ее нижнюю часть отрезали и заменили. Я не понимаю, что они снова ремонтировали. Неужели так быстро заржавело? Наверное, такой ремонт был плохой. Наверное, там, как всегда, там часть денег куда-то отпилили. Это вроде. Все равно не стреляет сейчас. Сама любимая не плавает. Вот. Ну вот, так что вот это очень важно, что цель производства, она фундаментальна, как скажем, цель производства при капитализме, она, если это товарное производство, его стоимость цель. А какая, если это конкретное товарное производство, уже развитое, это капиталистическое производство, когда рабочая сила становится товаром. И цель производства уже становится прибавочная стоимость. Но все равно стоимость какая? Прибавочная. Это диаметрально противоположные цели производства. То есть, если я вам продаю что-нибудь, то мне важно получить от вас стоимость, а не вас накормить. Правильно? Вот. А вы хотите покушать. Вот зачем я сою вам положу в пельмени? Чтобы вам вкуснее были пельмени? Нет. Чтобы я за ту же цену, за которую вы раньше пельмени с мясом покупали, сбыл вам пельмени с соей. А зачем я сгущенку делаю из растительного масла? Для той же самой цели, это понятно. Или вот вы колбасу откройте, вот этот иконостас, и посмотрите, там надо долго-долго читать, есть хоть одна колбаса, в которой нет сои, из мяса. Хотя есть умельцы, которые делают вообще без мяса колбасу, причем дорогую. Но они отличаются только тем, что больше работает, там больше добавок, больше красителей и так далее, и так далее. Ну аж теперь напитков без бензоата, натрия просто нету. Как вы будете без дата? Вы заскучаете, если там не будет? То есть это связано с чем? Что цель производства другая. Или вдруг вы видите, что вот продавали, буханка была килограмм, вдруг она 900 грамм. А это вы, пока вы, так сказать, ее покупаете, ничего, цена вроде не меняется, она теперь та же цена, но 900 грамм. И то же самое с сахаром, и сахар 900 грамм.
вдруг там, и так, дескать, ну вы и толстеть будете меньше, а у нас и прибыль больше, как хорошо, и вам хорошо, и нам хорошо. А то вы так бы прямо весь эту всю буханку съели, а так вы не будете толстеть, а мы будем... Слушай, если как бы я толстый, да, если я тонкий, то я буду умирать. Ну да, пока толстый похудеет, худой околей. Да, толстый сохнет, то худой сдохнет. Ну вот, то есть мы видим, что наличие в экономических интересах, его никак нельзя относить на сторону, так сказать, личных качеств тех людей, которые этим занимаются. Почему? Потому что вот если я нахожусь в положении вашего, так сказать, работодателя, капиталиста, и если я покупаю вашу рабочую силу, как я могу стремиться к повышению вашей зарплаты? Я не понимаю это. Ну, если вы как бы благородный человек, меценат, там что-нибудь. Ну, я благородный, но я капиталист. Нет, ну, были же целые примеры даже промышленных капиталистов. Да не были таких примеров. В Англии там. Да примеры, как, ну, Роберт, он, ну, разорился. Ну, да, он. Ну, да. И все. Вот и весь пример. И Энгельс этим не занимался. Энгельс по-другому делал. Он брал деньги, он же стал потом после смерти своего отца фабрикантом, и присылал Марксу деньги, чтобы тот дописал «Капитал». По-другому делал. Но заниматься этой ерундой, это так вы дело не спасете, вы ничего не измените капиталист. Он, так сказать, участвовал в организации, так сказать, всего рабочего класса для того, чтобы заменить общественный строй. А то, что у вас одна фабрика будете получать, ну вот меценаты, они сначала у вас деньги заберут, потом говорят, давайте мы вам поможем. Что они отдают? Часть ведь? Они же не все отдают. Они же часть отдают. То есть, как бы делиться надо. Они понимают, что надо лучше поделиться. Все будут считаться, что вот я хороший капиталист, я добрый, а вот этот злой, бейте его. Меня не трогайте. Вот я за это плачу, чтобы меня не трогали. Там вот я на детям помогу, больным, на церковь обязательно, потому что неизвестно, есть Бог, нет. На всякий случай надо туда заплатить. Выборы также местные. На выборы? Почему местные? Все выборы. Все. Нет, в нашем городе сейчас церковь, это губернатор, соответственно. Да. Поэтому приходится отдавать должное, там конечно, проводить. Конечно. В Москве я видел, там типовые уже стоят эти самые церкви. Хорошаговые доступности. Да, типовые лепят эти церкви. Нет никаких проблем. Батюшки держатся за приход. Да, вот это да. Хотя одним из достижений буржуазной революции французской, да, было, которая наиболее последовательно проводила интересы передовой буржуазии, были какие? Отделить церковь от государства, школу от церкви. Никто не трогайте церковь. Люди веруют, и не надо им мешать. Не надо никаких, не пусирать никого, никто не мешает, и государство должно вмешиваться. Это дело, святое дело гражданина. Хочешь верь, хочешь не верь. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Бога нет. Не трогайте их. Нет, стоят, понимаешь, со свечкой. Так кто они такие со свечкой? Вы верите, что человек до 60 лет дожил, был коммунистом? КГБ так? Служил. Да, КГБ, а потом он стоит, там кто такой? Подсвечник. Плохим коммунистом был. Подсвечник, да. Ну как так? Как может быть? Скажем, тот же Гитлер, скажем, он что, вот как он относился к Власову? Он правильно понимал, что если человек предал. Один раз. Ну, нельзя ему доверять никакой серьезной операции, он еще где-нибудь предаст. Ну как можно ему доверять в таких делах? Идет такая серьезная битва, такая серьезная война. Неужели вы поставите на такой участок, где от него будет все зависеть, судьба, скажем, операции всей? Ни за что он его нигде не поставил. Ну, он там ошивался где-то. Так, а Власов в итоге-то в конце и выступил против, соответственно. Ну вот. А как относилась сама же церковь к попам-растригам? Если вы были попом, а потом, значит, вы разуверились, так куда же вас, как к вам относиться? Ну, а выходит, если человек вот был вроде как коммунистом, а потом вдруг он стал верующим, ну что вы будете делать? Святой отец сейчас не партийный. Да, что такое? То есть это связано опять, что это, так сказать, выгодно, что это связано с, так сказать, решением каких-то других задач. Ну вот мы прежде всего должны акцентировать внимание на том, что сначала надо выяснить объективно, что выгодно и в какой мере. Есть долговременные интересы, есть коренные, есть кратковременные интересы, побочные, сиюминутные. Даже есть такое определение вот оппортуниста, очень интересное. Все знают короткое определение оппортуниста. Оппортунист – это человек, который свои коренные интересы отдает в жертву побочным и сиюминутным. Погнался за мелочью, а крупный потерял. А у Ленина есть такое специально длинное очень высказывание о том, что вот напрасно у нас считают это выражение просто бранью. Оппортунист не предает своей партии, не отходит от нее.
он искренне и усердно продолжает служить ей. Усердно. Но его характерная черта – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным. Ну, в других местах вот он пишет о том, что он вьется ужом между исключающими друг друга противоположностями, то есть сводит свои, так сказать, действия к поправкам, к оговоркам и так далее. Вот в чем состоит оппортунизм. Поэтому, когда говорят, вот, например, левый оппортунизм, это глупость. Левый, в кавычках всегда ставил Ленин, то, что если он левый, то он только по виду левый. На самом деле оппортунизм – это, значит, такое течение, которое придает интересы, коренные интересы рабочего класса во имя каких-то побочных семинутных интересов. То есть, тем самым делает уступку буржуазии. Но оппортунизм может быть и у буржуазии, если тот самый капиталист, вместо того, чтобы общую линию проводить капиталистов, он начинает, идет на сотрудничество. И вы знаете, что всегда во все времена капиталисты сотрудничали и с советской властью, и с коммунистами. Морозов. Ну, Морозов с большевиками, он им денег дал. Но деньги так и не дошли, их забрали меньшевики. История была такова, что когда соединились большевики с меньшевиками на 4-м съезде, большинство оказалось меньшевистским в Центральном комитете. Потом Ленин, а уже 5-й съезд был отдельно большевистский, и дальше они уже не соединялись. Но уже меньшевики не отдавали, тогда Ленин много написал, много по этому поводу, значит, требований вернуть, суды и так далее. Не вам, нам давал он этот самый Морозов. И тогда устроили Третейский суд, а для этого пригласили германскую социал-демократию. Для начала германская социал-демократия забрала эти деньги себе. И так они там и остались. Поэтому, когда говорят про ленинские деньги, про германские деньги, вот германские деньги – это те деньги, прежде всего, которые у большевиков и у Ленина забрали эти самые германские социал-демократы, и так они и не отдают до сего времени. Вот такая картина. Все деньги трудящихся. А вот деньги, да, товарища Морозова. А Морозова потом в тюрьму куда-то заключили, товарищи капиталисты, и так с ним это не очень хорошо. Ну, в тюрьме. Да, нехорошо с ним обошлись. Вот, так что бывали. Ну, мы знаем и другие примеры. Вот я уже про Энгельса говорил. Он был. А потом там и люди всяких феодальных званий, дворянских, участвовали в коммунистическом движении. То есть, если мы будем говорить о том, как отдельные люди себя ведут, то вот не надо путать, сказать, интересы класса и вот класс действует, классы вообще все эгоисты. Ну, буржуазный класс защищает свои интересы. Это эти отдельные там отступники, всякие вот эти люди, которые отдают, раздают капитал вместо того, чтобы в производство направить, он их осуждает. Класс капиталистов заинтересован в увеличении капитала, правильно? Странно было бы, чтобы он был заинтересован. Вот, кстати, сейчас интересно, говорят, вот сейчас плачут, ой, забирают свои капиталы из России. Ну, как мы прямо несчастные, что у нас забирают капиталы, так сказать, Соединенные Штаты, Англия. Ну, как вы думаете, если они увозили сюда, вывозили свой капитал в Россию, чего же они-то не страдали? Что значит, я к вам в страну привез капитал? Я привез капитал для чего? Чтобы вас эксплуатировать, то есть получить от вас прибавочную стоимость и забрать себе. Поэтому вот если от нас забирают капиталы, то есть перестают эксплуатировать, ну, радуйтесь. Инвестиции в экономику, это по-другому сейчас называется. Да, радуйтесь, инвестиции. Это не инвестиция, это вывоз капитала называется, точное название, вывоз капитала. Поэтому не надо срать, вот когда американцы вывозят из своей страны красивую, самую плохую машину, которая есть, убивают нашу «Волгу» и ставят «Волгу Сайбер». А потом и вообще, и этой «Волги Сайбер» нет. И вообще, так сказать, «Волгу» закрыли, хотя она могла бы развиваться, если бы вкладывали туда средства и, соответственно, обновляли. Потому что, конечно, надо все время обновлять модели. И это относится и к самолетам, и к танкам, и к пушкам, и к автомобилям. Нельзя же просто одно и то же, так сказать, оставлять. Вот они прямо страдальцы, что они к нам вывозили. Прямо они, все утекает у них. Это у них утекало из страны, когда они к нам вывозили. Да не у них, а когда если мы что-то вывозим в ту же Украину или в другую страну. Это что, это у нас это утекает, что ли? У нас утекает, когда просто в офшоры вывозят деньги. Никуда не вкладывают, а потом из офшоров вкладывают под видом иностранных компаний. И все налоги не достаются государству. В Лондон в основном. Да, в Лондон. В острова.
То есть одно дело, что выгодно, или рабочему классу. Что выгодно рабочему, это одно дело, а что он делает, это другое дело. И что делает большинство рабочих? Большинство рабочих проникнуто какой идеологией? Что, пролетарской или буржуазной? Мелкой. Буржуазной, конечно. Вообще в буржуазном обществе это вот одно из достижений марксизма, что общественное бытие определяет общественное сознание. Если общественное бытие буржуазное, значит, большинство буржуазное. Поэтому сейчас вот, когда наблюдаешь все эти вопли по поводу организации выборов, подтасовок и так далее, но если бы не было никаких подтасовок, то кто бы победил? Но если большинство... Мелкобуржуазное. Если большинство сознание. В буржуазном обществе имеет буржуазное сознание, какие партии должны взять власть на выборах? Тогда все партии буржуазные, соответственно. Ну, естественно. Нет, не все партии буржуазные, а большинство буржуазные. Какие партии не господство. Ну, не буржуазные, КПРФ не буржуазные, Ротфронт не буржуазные. Ну, они не побеждают. КПРФ – это вопрос. Это не вопрос. Она не буржуазная партия, она мелкобуржуазная. Мелко. Вы мелко буржуазии, знаете, что такое? Какой класс? Нет, я понимаю. Значит, а понимаете, как? А понять, значит, выразить в понятиях. Что такое мелкий буржуа? Мелкий буржуа? Да. Это не маленький буржуй. Не путать. Мелкий. То есть есть рабочий класс, есть буржуазия, а есть мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия. Определение. Ну, это вы подозреваете какой-то средний класс, что ли, такое? Ну, средний, да, он средний, да, понятно, что он средний. Так вот, в чем его определение? Это эксплуататоры? Ну, в рамках современной экономики нет. Не все эксплуататоры. Не все, они не эксплуататоры. Они же своими средствами, это собственники? Могут быть собственники. Да не могут не быть. Ну, если у меня никакой собственности нет, какой я мелкий буржуа? Ну, пиджак, что ли, у меня? Авторучка, что ли? Какой я мелкий буржуа? Мелкий буржуа, если я имею средства производства. Например, корову. Корова – средство производства? Свинья. 3 свиньи, 4 свиньи. А работников нет у меня, а я живу своим трудом. Так? И вот о чем я думаю. Если я мелкий хозяйчик, работающий, на что я работаю? На рынок. Если я только себя кормлю, это называется, ну, сам же и молоко это потребляю, и огурцы, и помидоры. Это не называется товарное производство, это называется натуральное хозяйство. А прибыли? Никакой прибыли тут нету. Если я сам себя кормлю, никакой прибыли думает, не пахнет. Думает он. Никакой, тогда я ни о какой прибыли не думаю, ни о чем. А если вы возьмете того человека, который работает на рынок, так, своим трудом на рынок. Я вот вырастил огурцы и повез. Ну, немножко себе оставил на семью, но я в основном на рынок производил. Если в основном на рынок, то я мелкий хозяйчик, работающий на рынок. А никакой прибыли нет тут у меня. У меня стоимость, цель, а не прибавочная стоимость. У меня нет работников. А если у меня даже есть работников, но если я с семьей, значит, основной доход добываю своим трудом, а вас привлекаю иногда, тогда вы, так сказать, неопределяющий фактор для меня. То есть мелкие буржуа могут какое-то количество наемников иметь. Но если это неопределяющий фактор, то они все равно мелкие буржуа. Но в чем мечта, в чем, так сказать, идея этого мелкого буржуа? Что он хочет? К чему стремится? К чему стремится мелкий буржуа? Стать настоящим буржуа. То есть выйти в люди, стать настоящим хозяином. То есть что значит стать настоящим? Нанимать работников, а еще и управленцев. И пусть эти управляют, а эти пусть работают, а если это будет плохо управлять, выгоню. А вы будете плохо работать, выгоню. А? Если рантье человек, например. Что? Ну, рантье. То есть, ну, рантье – это буржуа. Это уже, это он финансовый капиталист. Он живет на проценты. То есть я в свое время, он в свое время наэксплуатировал, первоначальный капитал получил такого размера, что может жить на проценты. То есть у него проценты больше, чем у меня профессорская зарплата. И все, и он поплевывает, смотрит на меня свысока. По принципу, деньги есть, Иван Петрович, денег нет, паршивый сволочь. Это нам профессор Ященко на экономическом так характеризовал, так сказать, современный взгляд на это дело. Вот, значит, с учетом того, о чем я говорил, это вот третья категория. Вот отсюда мы линию, так сказать, и относим, скажем, сопоставляем партию с определенным классом. Ну, вот КПРФ под это дело подпадает. Она и трудящихся выражает интерес. Там очень много правильного для трудящихся, выгодного. Ну, там и в то же время... Да. Да. Вот у меня, например, на улице Берега. Да, да. И она все время заботится о мелком бизнесе. А если она заботится, если я буду заботиться о вашем мелком бизнесе, а вы станете что, крупнеть, это что же плохо?
Так тогда она заботится о том, чтобы вам было лучше, а вам лучше когда будет? Когда ваш мелкий перерастет в средний, а средний в крупный и так далее. Поэтому бизнесменов она и включает, и поддерживает. И поэтому, как всякая мелкобуржуазная партия, она имеет и то, и другое. Она внутреннее противоречие. И если, скажем, между рабочим классом и буржуазией конфликт, диаметральная противоположность позиции, то это мелкая буржуазия воплощает в себя эти две стороны. Она воплощенное противоречие. И вот на этой самой, и, соответственно, и отражает, и партия, соответственно, отражает вот эту борьбу внутри себя. Там вы можете найти людей, которые за это выступают, и те, которые за то выступают. Что все равно, что выборы нечестные, все равно как бы мелкобуржуазные или буржуазные партии к власти придут. Да, я думаю, к власти-то придут буржуазные. Потому что мелкобуржуазной идеологии нету. Есть либо пролетарская идеология, либо буржуазная. От того, что есть люди, у которых и то, и другое. А идеологии-то не три. Класс это три основных, а идеологии две. Буржуазная и пролетарская. Значит, а если буржуазное общество и буржуазная экономика, то поскольку общественное бытие определяет общественность, значит, сознание буржуазное, значит, большинство проголосует за что? Да буржуазные партии. И это большевики, например, все точно знали, поэтому они выборы проводили, учредительные собрания, но вовсе не думали, что они с помощью выборов получат. С помощью выборов никогда рабочий класс ни в одной стране выборов не, власть не получил. И получить не мог. В Норвегии, Швеции, социал-демократические партии приходили к власти. В Норвегии, Швеции, капитализм. Ну, там социальное государство все-таки. Все государства социальные. Солнце всегда светлое, богатыри всегда сильные, экономика всегда экономная. Как может быть не государство? Социальное, это же общественное. Разве может быть государство? Ну, социальные гарантии, скажем так, ну, на более социальные, высоком уровне. Да, социальные гарантии на более высоком уровне, потому что там разрыв, неравенство, значит, где-то вот децимальный коэффициент 3,5. В Европе 5,7. В США 9. А у нас 32. Считаете, что если социал-демократическая партия пришла к власти в какой-либо стране, то это не рабочие все равно пришли? Нет, конечно. Я не представляю рабочих. Нет, конечно. Вы не знаете, что такое социал-демократическая партия? Это партии, которые были до 2014 года партиями рабочего класса, а с 2014 года партии буржуазии стали. Но с остатками этого, так сказать, вот, которые борются за социальные гарантии, которые не дают вот такого неравенства. И они в этом смысле, так сказать, себя оберегают от конфликтов больших. Ну, если капиталист сильно не эксплуатирует, так вы сильно не сопротивляетесь. И мы как бы дружим, только у меня денег в 3 раза больше, чем у вас. Так может, наоборот, это эволюционный путь постепенно. Никакого нет. Это путь сохранения капиталистической системы. Очень хороший. Вот и надо ее сохранять. А вот по какому пути идет Россия, она идет по пути, когда она разжигает, так сказать, социальные конфликты. Ну, если у нас сейчас вот обещают с 1 января. Минимальный размер оплаты труда делает 6500, в то время как прожиточный минимум 9 с лишним. Ну как после? То есть, если я вас толкаю, если у вас такой минимальный размер, просто к смерти, то если человек, которого толкают к смерти, к голоду, как он может, на что он может пойти? На все может пойти. Голодный человек может пойти на все. Не надо толкать людей на все. Если люди не хотят, чтобы против них поднимали революцию, они должны это понимать. То есть это говорит о том, что вот идеологи буржуазии не всегда понимают, что нужно делать для сохранения этой системы. Ну, так эту власть, которая сейчас, соответственно, поддерживает не средний класс и не мелкий буржуа, а поддерживает ее да, класс, да. Не низшие слои общества. Ниши? Ну, как поддерживают. Которые ниже среднего. А что, низшие слои в Германии поддерживали фашизм. Да всегда поддерживают. Большинство рабочего класса всегда имеет в головах буржуазную идеологию. Это закон. Это марксистский закон, что общественное бытие определяет общественное сознание. Вот ваше бытие определяет то, какие у вас были родители, с кем вы знакомились, с кем вы дружили, кто на вас повлиял. То есть человек есть продукт обстоятельств воспитания. Отдельная личность не определяется. Нельзя потому, где вы сидите, что одеваете и что ели, узнать, какая у вас идеология. А по отношению к классу, вот экономическое бытие класса определяет его экономический интерес. А дальше его идеология, это выражает ее политическая партия и так далее. Я еще слышал определение класса, что не только этим, все равно еще и образом жизни. А образ жизни – это способ производства. Я вам хочу сказать. Ну, то есть, нет, ну, крупный буржуа, это способ производства. Места, и вот это, да, ну, это, ну, там, ну, это на, то. Ну, это, там, и так далее. А это способ распределения благ. Ну, это способ, порядок и способ получения. Другой порядок и другой способ получения. Это вот все это в эту формулу вкладывается. Так, на этом мы сегодня будем заканчивать. Значит, мы сегодня рассмотрели определение экономических интересов и
подчеркнули, что экономический интерес – это объективная характеристика, которая характеризует положение. И что не следует путать объективные характеристики положения классов с действиями отдельных людей, которые могут действовать и не в соответствии с интересами своего класса, и даже в прямо противоположном направлении. То есть не надо упрощать действительность, не упрощать ее по сравнению с тем, как она имеет место на самом деле. Хорошо.